находимся в Крокус Экспо. Сегодня проходит церемония взвешивания. Рядом со мной Магомед Маликов. Магомед, добрый день. День добрый. Как самочувствие перед боем? Как физическая форма? Хорошее самочувствие. Хорошая форма. Сегодня увидели своего соперника лично. Что можете сказать о нем? Что я могу сказать о нем? Я видел его бои. Потом, ну, такой хороший боец, да, и борется, и бьет, и в партере работает, и выносливый. Но на ринге, так после боя можно сказать о нем. Сарай, ничего сказать. Чему уделяли внимание во время подготовки? Каким сторонам? Там, борцовской, боксерской техники? Ну, все вместе делали, комплексно. Там отдельно такого не было. Там акцент на какой-то этот не делали. Все вместе, да. Вот, он же все стороны, вот так. И вот так. У нас уже так комплексная работа была, подготовка. А скажи, кто будет поддерживать завтра в зале во время боя? Поддерживать очень многие будут. В зале, я не знаю, тренера, наши, ну, друзья, родственники, они тоже будут. А так, болельщики тоже, я думаю, из Дагестана, из Кавказа и даже, ну, со всей России, да, я чувствую, да, со всей России меня поддерживают. Этот такой ответственный этот бой, представляю Россию. Все, наверное, будут поддерживать. Спасибо. Меня зовут Магомед Маликов. Я представляю клуб «Горец». Буду завтра биться в челлендж 32. Смотрите, поддержите, болейте за меня. Постараюсь показать красивый бой.